Друзья, всем привет! Сегодня расскажу вам рецепт консервированного горошка на зиму. Вот такая вот литровый кувшин очищенного гороха. Я его промываю. В кастрюлю наливаю такой же кувшин литр воды. Кладу столовую ложку соли, столовую ложку сахара. Довожу это все до кипения. Закладываем горох. Горох закипает. Убавляем, делаем огонь ниже среднего. Провариваем 15 минут. Через 15 минут добавляем чайную ложку лимонной кислоты. Провариваем еще 2-3 минутки и горох раскладываем по стерилизованным баночкам, заливаем рассолом, закручиваем и убираем под шубу до полного остывания. Вот с такого литрового кувшина у меня получилось 2 пол-литровых банки горошка. Приятного аппетита и до встречи в следующем видео. Пока-пока!